привет. Вот еще раз о пользе того, когда люди оптимисты. Купил вот такой вот девайс, заказал еще один. Но то ли я проявил невнимательность, то ли там, где посылали, неправильно положили. Вот такую большую присоску прислали. Ее на такие вещи не поставишь. И здесь даже мы видим, что ребро узенькое, и вот здесь свисает оно. И здесь оно заходит, и тем не менее лампу поставить можно. Это 75-ка, 75 миллиметров. А это у меня получается, сейчас замеряю. Вот здесь узкость. А здесь у нас 115. Было, конечно, немножко обидно, но тем не менее я нашел ей другое применение, и в принципе сейчас не жалею. Удобно, комфортно, и как бы деньги не на ветер. Итак, смотрим. Мучиться с пистолетом, то его куда-то подтыкать, сюда вешать там на какие-то крючочки или сюда вот ставить неудобно. Вот такую вот вспомнил у кого-то во вражеских фильмах, я видел, как бы вот можно придавить, вот накачал, поставил как надо, согнул, берешь пистончик там, ну вот допустим, подносишь, другой рукой нажал, но я сейчас снимаю. И снимаю, и показываю. Нажал, подержал, все, дрынь его на место. Вот, и работай. Тут приходится сейчас как бы дочищаю. Так, как я это называю, вон всякие сопли пооставались. Тут их еще много. Вот в лампе видно. В общем, вот такой вот вариант я для себя придумал. Вернее, как сказать, не придумал, надоело нянчиться с пистолетом. Ну, надо опять же следить, чтобы здесь не отклеилось. То есть вот он, рубчик есть. Ну, тут и присосочка, конечно, у меня 120 миллиметров. Так что я надеюсь, она оправдает мои надежды. Вот, и поможет мне в работе. Вот такая коротенькая зарисовочка про пистолетик. Что так будет им удобно работать. Вот. Его можно приклеить на любую, как говорится, поверхность. Можно, конечно, катать тележку такую на четырех ногах, но у меня тут не особо много места. Вот. Поэтому вот такой вариант я счел для себя предпочтительным. Ну, вот так вот в действии инструмент, и прижилась эта приблудочка, очень даже хорошо получилось.